Привет! Сегодня у меня на инструктаже мини-трансформеры GoGoBus. Мини-трансформер автобус Гордон, мини-трансформер корабль, мини-трансформер скорая помощь. Мини-трансформер пожарная машина, мини-трансформер полицейская машина, мини-трансформер самолет. Я не понял, что это за внешний вид? Почему вы до сих пор в коробке? Я попрошу разговаривать с нами вежливее. Кто ты такой? Я? Полицейский. А я школьный автобус Гордон. Моя единственная миссия – охранять детей. Здорово! Но инструктаж никто не отменял. Мы поняли, товарищ полицейский. Сейчас я вас успокою. Чтоб через 5 минут были все готовы. Засекаю время. Я уже закончил. Молодец. Слушай мою команду. Первое задание. Потушить дом. Когда где-то что-то горит, то автобус Гордон превращается в пожарную машину. Молодец, правильно мыслишь. Фух, мы справимся. За дело! Когда пожарная машина едет на вызов, ее все пропускают. Спасибо. Ура! Гордон легко справился с этим заданием. Ты это слышишь? А кто спасет котенка? Ой, он очень высоко. Я до него не дотянусь. Я знаю, кто справится. Гордон самолет. Не бойся, котенок! Прыгай ко мне на крыло! Ну как? Он справится с любым заданием. Посмотрим. Машин, а мне нужно на ту сторону. А вот и следующее задание. Что будешь делать? Воспользуюсь мини-трансформером полицейская машина. Отличный выбор. Всем стоять! Движение запрещено. Маринет, переходи через дорогу. Ой, спасибо. Где же мой мячик? Ой! Маринет, стой! Там глубоко! Как же ей помочь? Придумал! Гордон, превращайся в корабль! Вперед! О, нет! Боюсь, что это задание вы провалили.
Я вся мокрая. Где мой мяч? Он в колодце. Смотри, как работают профессионалы. Вытащите меня отсюда! Держитесь, товарищ полицейский. Мы вам поможем. Вытащим его с помощью веревки. Гордон. Хватайтесь, товарищ полицейский. Раз, два, взяли. Еще немного. Отличная работа. С заданием справились. Маринет, твой мячик. Спасибо вам, друзья. Мини-трансформеры Go-Go Bus всегда придут на помощь. Пока-пока. Пошли тренироваться.